уже и забыл, как тут круто. Ну надо покурить, бля. Давай там внизу встанет, там хоть ветра нет. Так, парни, у нас что, 1 января, час дня, ни в одном глазу и на горе, бля. Поздравляю, вы психи. Поехали!
сухался сидя? Чё? По сухому сидя сухался? Здесь? Да. Да? Нормально, да? Иду под дверь. А летом тут подымались? Да. Вообще спокойно. Умею. Блять. Я не знала, что так можно. Я тоже первый раз такое вижу. Ну вот видишь. Блять. Просто каменная. Перфоратор надо возить. Попробуй колесо назад крути. Не, сейчас сядешь, ты, оно будет крутиться. Нагрузку дашь, этот, не нагрузку, а... Дай ногу убери. Да. Это тот подъем. Мода был веселый и конкурсы интересные. Фу, бля. Чуть правее, чуть левее есть, да. Сейчас, кстати, легче спускаться, чем летом. Летом прям тут вообще... Я знаю, что там вот туда.
На другую сторону переходи. А? На другую сторону мопеда переходи. Ну что, смотри, ты даже не кубарем нормально. Да, я же ну, устал. Устал кувыркаться? Руки, ноги болят, да. Скользковато что-то. Здесь как плохо. Ехать вверх или еще вниз? Прям меня что? Как по ледяхе, ну.
Все, оставь. Ты тянешь за перо, и ее как раз туда заваливают. Я понял. Прошу прощения. Не, я нормально, просто мне и так не достать надо. Опа! Надо ехать. 1 января в лесу какая-то каналья просто происходит. Что такое? Заглушить хочу. Зачем? Тихо, парни, тут что-то засада какая-то. Лучше на руках. Тропа была вот там, поле было, блядь. И тропа. Ого! Оттуда медведь, да? А тут он какие-то колья, палки. А? Колья какие-то. Это штыри, чтобы это держать его. Нет, туда опасно заходить, блядь. Ты не знал про это? Да, мы как-то ходили здесь. Да, вон тропа наверх вниз уходит. Награда. Хуяси. Сильно это. Ну видишь, это чамыш. О, прикольно. Погнали. Хуяси, она тут. Хуяси, ход такой. Еще одна. Справа сейчас штыри держать его начали. О. Ну тут чемыш. А тут копал что ли тут? Да, это мужик копал сам. Видишь? Ага. Чуть круто пошло уже, смотри, круто. Да, вижу. Хрена себе.
Опа, есть, держусь, зафиксировался. Руками разбирайся. Смотри, тут вода скользко. Сейчас видишь, потекла вода. Блин, такой я не видел. Штыречек. А нахуй он копал, блядь? Искал, блядь. Я себе. Еще в воде там метра 4 прокопал, 5, наверное. Выкачивал воду. Не видно ничего. Ты копал. О, видно. Охуеть. Ну, песчаник это, блядь. Скала. Да, да. Долбил. Здесь, не знаю, как. Ну, копал. Замотивированный товарищ. Да. Потихонечку. Давай. Я иду. Нормально. Вперед эти? Да-да, чтоб светило уже. Да. Штырек. А, где? Вот. Ага, есть. А, вот еще один. Ага. Это фонарик надо брать сюда. Я понял, где мы будем от атомной войны прятаться. Да, да. Вода есть, все. Так, все, я хочу сфоткать мышь. Где, блядь, света? Сейчас, 5 сек. О, так лучше видно. А он, слушай, копал-то он как, ну, тут... Ручную, чё? Нахуя просто, блядь, пошел в гору копать? Ну, я ж говорю, где-то он как-то вычитывал там историю, не историю, блядь. Эти все... Ну, видишь, гора на курган похожа. Захоронение. Курган, знаешь, что такое? Ну, там, да, трупы, хуёк. Это... Да, захоронение. Вот эта гора на курган, он... Ой, блядь. Прикольно там, слушай. Она такая. Ты был там? А я был как-то очень давно. Хорошо, слушай. Что так легко? Да, что-то вообще как-то это. На первое сайт? Да.
ты тоже, я смотрю, не особо напрягся-то. Нет, прикольно. Группер хороший.